Первый раз в Кисловодске. Нет, второй. Я лично второй. Я был вообще в апреле. Но наше издательство, по-моему, третий. Третий, да. Отличается вот чем-то вот эта ярмарка по организации, я имею в виду, от предыдущих? Мне здесь удобнее работать. Залы просторнее, и люди движутся как-то, ну, как бы последовательно и равномерно, а не так, как в прошлый раз, когда было где-то густо, где-то пусто. Вот сегодня первый день ярмарки. Как, интерес к вашим книгам есть? Да. Да. Есть три новых клиента. Новых клиентов. Это замечательно. Это приятно, на сегодняшний день, по-моему, это очень много. Что вы ждете от этой ярмарки? Новых клиентов и разговоры со старыми нашими партнерами. Вы сюда приехали как-то больше работать или все-таки где-то и отдыхать? Кисловодск на сегодняшний день, ну, курорт. Сейчас уже глубокая осень. Если в Питере снег и гололед, то сейчас здесь все-таки еще солнце светит. Мне лучше работается, когда я могу при этом еще и отдыхать. Замечательно. Саш, какие ваши ближайшие планы издательские? Если это не секрет. Нет, это не секрет. Наоборот, мы специально всегда почти на каждой нашей вот такой выставке мы стараемся показать ближайшие на 2-3 месяца планы. Продолжение серии «Всемирная литература». Это Есенин стихи, сборник Паустовского, Толстой, Анна Каренина. И серия «Школьная библиотека», которая откроет том «Мифы народов мира». Это специальная серия для как бы книг, пособий для школы, для школьников. Еще вчера вот такая литература называлась некоммерческой, но другого у вас, насколько я понимаю, нет. Да, это коммерческая литература или нет? Наверное, если издательство живет, это уже коммерческое. Да, если издательство живет и живет в течение долгого времени только на этой литературе, и, наверное, единственное из издательств, которое живет только за счет этой литературы, то есть за счет классической, традиционной, так можно сказать, литературы, вот, то это показатель, что это коммерческое. Может быть, пару слов вот о вашем издательстве, сколько вам лет, сколько людей работает, как вы работаете в условиях того? Ну, наверное, нам должно исполниться что-то около 4 лет. Хотя зарегистрированы мы летом 91 года. То есть как бы 3 года. Ну, официальный возраст. Но это совсем не обязательно. И работает немного. Вот прямо костяк, который работает каждый день, это 10 человек. Ну, плюс корректоры, редакторы приглашенные, наборщики, верстальщики, художники. Ну, вместе нас будет, наверное, человек 20. То есть вот такой коллектив. И сколько у вас книг примерно выходит? В среднем одна книга в месяц. Одна книга в месяц. Да. Это, конечно, мало. Мы хотим больше и, кажется, готовы. Во всяком случае, 95-й год мы будем встречать с большими тиражами. Что ж, пускай чаще. Это все ваши пожелания исполнятся. Вы с другими издательствами активно сотрудничаете, нет? Да, сотрудничаем. Вот «Гоголь», например, и первый, и второй том издан в Харькове Александра Красовицкого. Фолио. Издательство «Фолио». Да, с его помощью при сотрудничестве издательство «Фолио». А как складываются отношения вот внутри Санкт-Петербурга между издателями? То есть какая-то тенденция объединения, не объединения, даже желание, возможности поглотить малые, большие издательства? Наверное, я не готов ответить на этот вопрос. Это уже такая высокая политика. Но вы сотрудничаете с питерскими? Нет, пока нет. То есть подготовка наших книг не требовала сотрудничества, просто потому что нужно работать с авторами, кто может написать предисловие или комментарий, но не нужно работать с другим издательством. Ну, просто нет в этом необходимости. А печатаете? Ну, вот «Гоголь» у вас в Харькове печатался, остальные книжки? Вот, видимо, «Анна Каренина» тоже будет в Харькове. И пока мы, в общем... А вот много есть претензий, скажем, к печати на Украине. То есть вас устраивает то качество печати, что вам делает «Фолио»? Устраивает. А покупатели ваши? Устраивает. То есть никаких нареканий, никаких претензий? Есть. Ну, сравнить вот эту книгу по винегрету, да, и вот эту книгу. Это «Фолио». Хотя и здесь тоже может быть тетрадочка другого цвета, к сожалению. Но есть все-таки есть разница. А это другая типография, я не буду говорить, какая.
что бы вы себе сами пожелали в следующем году? Реализация хотя бы тех планов, которые у нас есть сейчас. Что ж, мы присоединяемся к вашим пожеланиям и желаем всем благ. Спасибо.